Привет! У тебя сегодня день рождения. Угу. Ты любишь Лего? Вот мы тебя поздравляем. Конструктор для именинника, цветы для матери, а для отца семейства – помощь в бизнесе. С подарками семью посетили представители МКО «Малый бизнес». В пандемию они помогают местным предпринимателям. Евгений Беляевский – один из тех, кого поддержали в организации. У мужчины свой таксопарк, в нем несколько машин. Эпидемиологическая обстановка в стране ударила по бизнесу, и теперь все меньше людей пользуются услугами такси. Заказов не стало, сразу как Москву закрыли, и да, заказов не стало, но скажу так, что сотрудников не увольнял, сотрудники работают, то есть я им плачу зарплату. В апреле Евгений обратился к губернатору Московской области. Уже на следующий день представители администрации Химок связались с предпринимателем и помогли ему решить некоторые проблемы с деньгами. У меня много кредитов и дали отсрочку по кредитам, каникулы, то есть в принципе я сейчас уже... могу зарабатывать. Большое спасибо главе Волошину Дмитрию Владимировичу. Пока отсрочку дали на 3 месяца, но в июле будет возможность ее продлить. Сейчас МКО «Малый бизнес» занимается поддержкой предпринимателей, информируют, помогают с документацией. Если же ваш бизнес пострадал во время пандемии, вы также можете обратиться на горячую линию поддержки предпринимателей в Телеграме.